пошли кушать. Иду, мам. Горячий. Осторожно. Спасибо, мам. Ешь, сына. Завтракать надо поплотнее. Ты ведь на работу идешь. Как работа? По-разному. Ты такой густой пьешь. Мне так получилось. Ну-ка, дай я тебе кипятка долью. Все нормально? Весна проклятая. Это моя аллергия обострилась. Не волнуйся. Мам. Мне идти надо. У тебя еще 20 минут в запасе. Ты ведь только работаешь, другим ничем не занимаешься. Ма, мы же с тобой уже говорили об этом. Я больше не играю. Ну, слава богу. Какой ты взрослый стал. На отца стал походить. Пока, мам. Пока, сына. Салам, братан. О, Тарасыч, как она? Да, пойдет. Да вот, ограничения до нас дошли. Закрыл на карантин. Блин, фигово. Ха, не то слово. Ну, а ты какими судьбами? Поиграть? Деньги появились? Устал работу искать. Мать думает, что я работаю. Найди работу. Голова на плечах, руки, ноги целые. Молодой, что мешает? Да я думал, у тебя работка найдется какая-нибудь. Ты же меня знаешь. А я знаю толк в твоем деле. Да только... Не обижайся, Тарасыч. Парень ты неплохой, но... Ты же игрок. Я рисковать не могу. Мне не заинтересованные люди нужны. Понимаешь? Не азартные. Да ладно, не обижайся. Ты парень способный. Поиграть без проблем. Звони любое время. Ладно. Мать-то как? Да норм.
Марат? Ты что ли? Здорово, Тарас. Как дела? Нормально. У тебя как? Хорошо. Давно не виделись? Да. Как работается? Ну, знаешь, работа не пыльная. Мне нравится. Да, и работать нужно, брат. Семью кормить. Здесь большого ума не надо, вот только ответственность большая. Не вовремя доставил или что-нибудь случится с заказом, все, хана. Остаешься без оплаты. Да, я смогу. Ты не сможешь, Тарас. Ты же белоручка. Ладно, пока. Что происходит? Вы сын? У вашей мамы ковид. Мы должны ее забрать. Мам? Я не смогла тебе дозвониться. Садитесь сюда, пожалуйста. Мы должны взять у вас анализы. А пока соберите вещи вашей мамы. Вставайте, пойдемте. У вас результат отрицательный. За меня не волнуйся. Заботься о себе. Продукты в холодильнике. Я борща наварила. А можно с вами поехать? Вам там нечего делать. Лучше побудьте дома. И соблюдайте режим карантина. Тарас? Да, здравствуйте. Это я, Диана, помнишь? Зубрила. А, да, Диана, я не ожидал. Ты, кажется, перевелась в классе в 9-м? Нет, в 10-м. А, да. Точно, в 10-м. Ты здесь работаешь? Ты врач? Нет, какой врач? Я старшая медсестра. Вау. Да. Ты как? Где работаешь? Да я все так же. Шевелюра отрастил, вижу. У меня, слушай, моя мама, она здесь. Да, я в курсе. Вчера поступила. Состояние пока стабильное. Врачи наблюдают. Хорошо. Что ты принес? Да, здесь фрукты, постельное белье, халат, кое-какие вещи мамы. Можешь сюда положить. Слушай, у нас дефицит нужных препаратов. Это список лекарств. Нужно срочно купить. Хорошо. Слушай, держи меня в курсе, пожалуйста. И ты можешь мне звонить в любое время, я всегда отвечу. Да, хорошо. Там на обратной стороне мой номер. Ты можешь написать мне мессенджере. А, все, хорошо. Я рад был увидеться. Я тоже была рада. За маму не беспокойся. Хорошо. Все будет хорошо. Пока, Диана. Пока.
это лекарство есть 1090, а это 890. Будете брать? Нет. Что за цены у вас? Ну, не хотите, Ще. Не берите. Достали уже эти аптеки. Следующий! Наживаетесь на горе людей. Эритромицин есть? Нет, девушка, закончились. Я же сказала нет. Ну, сколько раз можно говорить нету? Следующий. Сколько я должен? Ваших лекарств нет, и неизвестно, когда будет. Здравствуйте. У вас есть антикоагулянты? Да, курс лечения. Сколько? А плазмозаменяющие препараты? Сколько? Это какие? Ясно. Спасибо. У вас есть кортикостероидные препараты? Сколько стоит? А есть что-нибудь аналогичное, но дешевле? 500 сом? А, хорошо, я подойду. Привет. Привет. Там не было тех лекарств. Я купил то, что было. Эти лекарства уже неэффективны. Тех лекарств нигде не было. Все равно ты должен был купить те лекарства, которые выписали твоей маме. Без них лечение не будет эффективно, понимаешь? Хорошо. Ее состояние может ухудшиться в любой момент. Я понял. Передавай привет моей маме и скажи, что я справляюсь. Хорошо, я передам. Ты постарайся, пожалуйста. А мама молодец. Пока держится. Пока. Алло, Марат. Привет. Ты где? Слушай, мне очень нужна работа. Хорошо. Сейчас он выйдет. Я сам поговорю. Давайте быстрее, ребята. Заказы только стоят. Не волнуйся, понял? Работаю. Это мой друг Тарас. А скутер кататься умеешь? Да. Как давно? Ну, я почти год ездил. Ты уверен, что справишься? Братан, у него сейчас сложные дни. Ему нужна эта работа. Ты за него ручаешься? Да, конечно. Ладно, Марат, смотри. Полностью под твою ответственность. Хорошо. Если что, отвечаешь головой. Понял. Ты пока его проинструктируй.
получилось. Понял. Тарас, не подведи меня. Да. Старайся вовремя доставлять заказы. Самое главное, не грубей клиентам. Хорошо. Береги скутер. Любая царапина или поломка на твою голову, понял? Хорошо. Ты же больше не играешь? Нет, я не играю. Смотри, Тарас, не подведи меня. Будь аккуратнее на дороге. Алло, извините, можно еще раз уточнить адрес? Молдыбаева, 41? Чего вы на меня орете? Я как могу, так и еду. Да чтоб тебя. Давай, давай, давай. Нож. Часа прошло. Ты что, с гор спускаешься, да что чего ли? Ты раскричалась? Я буду кричать, потому что я тебя жду. Да я весь часа. Город объехал, чтобы тебе этот чертов ну пакет отдать. Ну и что, тебе за это деньги платят? Ты что такое? Что? Ты что, его по земле волочил, что не ли? Возил я его по земле. Я за это ни копейки платить не буду, смысле? Понял? Ты, ни копейки. Ты не хочешь ты не платить буду. Мне? Я не буду платить. Ты не будешь? Не буду, потому что... Ты тогда посмотри засунь на себе это. Эти 200 сум... куда поглубже. Вот идиот. Истеричка гребаная. Я тебя так не оставлю, понял? Я тебя не дура. Оставлю, понял? Я да это так не оставлю, понял? Да хоть президенту жалуйся. Вот козел, а? Кретин, молокосос, идиот. Да, Марат, братан, я... Она сама начала кричать. Я еле нашел ее дом. Ты меня подставил перед начальством, Марат. Это некрасиво. Мы же договорились с тобой. Я все понимаю, просто этот скутер троил и все время глох. Ты же ездил раньше, я тебя просил, и менеджер просил не грубить клиентам. Извини, братан. Так эта клиентка пришла в офис и устроила тут всем. Нельзя было просто промолчать. Да, она сама нервная какая-то попалась. Все, Тарас, больше ни о чем не проси. Марат, Марат, братан, алло. Алло, Марат. Блин. Да, алло. Ты так и не привез лекарства. Ты когда собираешься? Да, я утром привезу точно. Ладно. Тут по старому протоколу эффекта нет. Мы с сегодняшнего дня перешли на другой протокол. Их нужно обязательно купить, иначе маме станет хуже. Я тебя понял. Утром жду тебя. Да, дядь Жень, здрасте. Как вы? Я потихоньку. Вот. Мать приболела. Да, этой болезнью. Спасибо. Я хотел попросить вас в долг. 12 тысяч. Я... Просто... Нет, не хватает на лекарства. Я вам верну. Как только получу зарплату. Ладно. Спасибо. Вы тоже выздоравливаете. Здравствуйте. Добрый день. Я звонил вам по поводу работы. А, да-да-да, по поводу работы. Ну, из-за карантина мы вынуждены сокращать персонал. Возможно, даже нас совсем закроют. Могу предложить вам работу посудомойщика, возьметесь? А сколько платить будете?
У нас фиксированная плата 1000 сомов за смену. Я согласен. Понятно. Когда можете приступить? Я могу сейчас. Хорошо. Вот туда пройдите, вам все объяснят, все покажут. Хорошо. Спасибо. Пожалуйста. Блин. Сейчас иду. Я не накопил еще деньги. Не хватает у меня. Твоей маме стало хуже. Подключили кислородные баллоны. Кровь быстро сворачивается, нужны лекарства, чтобы разжижить кровь. Ты понимаешь? Да, я понимаю. Если в течение сутки ничего не сделать, то будет поздно. Я бы помогла, но их нет. А от чужих отбирать я не стану. Отнесись серьезнее, Тарас. Хорошо, я достану эти лекарства, Диана. Дай мне немного времени. Здравствуйте. Здравствуйте. Даю 10. Я брал его задороже. Не торгуемся. Может, докинете еще немного? Да, здравствуйте. Я звонил вам по поводу лекарств. Я нашел деньги. Вы можете забронировать? Ага. Хорошо. Да, понял. Спасибо. О, Тарасыч, куда так летишь? О, Сома. Куда торопишься? Да, мне нужно лекарства купить и в больницу срочно отвезти. Что случилось? Мать заболела. Да, плохо. Жаль. Ну, здоровья маме. Спасибо. А ты что тут делаешь? А тут подвальчик снимаю.
втихаря пашем. Ты же знаешь, что пандемия игроки не по мне. Ладно, Эмиль, братан, я побежал. А ну, ладно. Ну слушай, нам новую пробу сделали. Выиграть шансов стало больше. Вон сидят, бабки рубят. Может, попробуешь? Деньги на лекарство поднимешь? Да я уже нашел. Вот, нотник в ломбард занес. Ну и как раз нотник свой вытащишь. А может, и новую купишь? А? Ты же у нас везучий. Тут такие шансы. Новая проба дает фору всем игрокам. Решка. Отлично. Ну что, бывает. В следующий раз поднимешь еще больше. Брат,
Верни мне, пожалуйста, деньги. Они мне очень нужны. Мать уже в реанимации. Ты же проиграл компьютер, а не мне. Что? Будь человеком, Эмиль. У меня мать может умереть. Тебе надо было вовремя остановиться. Я же тебя за руки не тяну. Между прочим, твоя жадность, Тарас. Дай мне хоть в долг. Я тебе все верну. Ты же меня знаешь. Пожалуйста. Пока. Как хочешь, деньги, отработаю. Звони. Эмиль, нет, подожди. Эмиль, нет, Эмиль, подожди. Пожалуйста. Эмиль. Прошу тебя. Будь ты проклят. Да, Диана. Я до вечера привезу все лекарства. Спасибо. Я понял. Все привезу. Марат, брат, помоги, пожалуйста. Одолжи денег. Какие деньги? Не звони мне больше. Из-за тебя я тоже остался без работы. Ты безответственный человек, Тарас. И очень сильно подвел меня. И все, давай. Я звонил, бронировал. Здравствуйте. Все звонили и все бронировали. Не осталось таблеток. Как не осталось? Молодой человек, отойдите, пожалуйста. И где мне теперь это все найти? Я не знаю. Следующий! Я уже сутки ищу. Сколько буду еще искать? Я не знаю, что теперь будет с моей старушкой. Мне удали телефон. Они в 3 раза цены завысили. У меня таких денег просто нету. Кто-то продает? А вот номер телефона. Спасибо. Давай. Да, здравствуйте. Мне дали ваш номер. У вас есть препарат от венозных тромбозов? Да? А сколько стоит? 5 тысяч за ампулу? Хорошо. Где вы находитесь? Да, знаю. Понял. Скоро буду. Тебе сколько? 4. Давай 20. Давай быстрей. А других вариантов нет?
Какие варианты? Сейчас весь город болеет. Лекарства нету. Товара мало. Братан, у меня деньги украли. Если не привезу лекарства, то матери конец. Я что-то не понял, а? Я, чтобы вот это все услышать, через весь город приехал, что ли, а? Деньги будут, товар будет, понятно? Салам. Да, есть. Сейчас я тебе посчитаю полностью. 20 ампул? Да. Как ты себя чувствуешь? Ой, спасибо. Получше. Ой, спасибо, солнышко. На. Выпей. Тебе нужно больше жидкости пить.
Ой, как ты тут один без меня жил? Где ты деньги достал? Ну, работал. Часть денег взял в долг. Ты не беспокойся, все хорошо. Ма, сейчас главное твое здоровье. А ты чего такая расстроенная? Да вот мне в группу выслали. Ой, с этой пандемией. Ты посмотри, а. На что люди идут, а? На убийство из-за лекарств. В ночь с субботы на воскресенье в ГУВД по городу поступил звонок от гражданина об обнаружении трупа молодого человека с признаками насильственной смерти. По предварительным данным, убитый молодой человек примерно 30-35 лет промышлял незаконной торговлей препаратами медицинского предназначения. Ведутся следственные мероприятия, уточняются мотивы убийства и поиски предполагаемых преступников. Блин, я же плиту не выключил. Мам, я пошел мусор выброшу. Вернусь, мы с тобой погуляем. Залечь на дно. У тебя есть какие-нибудь варианты? Хорошо, буду чуть позже. Что тебя гложет? Неспокойный ты какой-то с тех пор, как я выписалась. Все хорошо, мам. За меня не беспокойся. И главное, не забывай пить таблетки и гуляй почаще. Ты что, обращаешься? Я хочу съехать, мам. Хочу начать жить самостоятельно. Жизнь твоя, сына. Ты уже взрослый. Поступай, как душе угодно.
Ты не обижаешься? А что мне обижаться? Я в больнице думала, что не выживу. У меня было достаточно поводов обдумать все. Многое обдумать. Я тебя очень люблю. Хочу, чтобы ты всю жизнь жил со мной. Тебе нужно строить свою жизнь. Я буду только рада, если у тебя все случится. Алло? Алло, говорите. Алло? Давайте не здесь. Мать смотрит. Сынок, это кто? Старые знакомые, мам. Пошли. Thank you.